Привет, друзья. Два. Передача еще не успела начаться. Но уже все готово. Уже все готово, почти что. То есть, в данном случае мы имеем огурчики. Во, огурчики. И помело. Очень вкусный помело, картошечка. И, а вот это самое вот надо сейчас нам приготовить. Это у нас такая хрень. Это как обычно. Да. О, еще вот самое основное. Да, самое основное приправа. Понимаете, да? Так, идеально, нам надо. Открываем ингредиенты. Достаем ингредиенты, нахуй. Достаем доску. Все, поставьте. Продемонстрируйте нам мастерство. Я включил. А. Включаем печку. Буду печку включаем. Включка. Так, прерываемся на рекламу, Прерываемся на рекламу, по-моему. Да, серия номер два, поехали. Начинается у нас, короче. Так, ну короче, кусочки, да? Да, вот такие приблизительно, да. Заебись, нарезочку. Дать похавать, говорит. Вась. Сейчас мы будем. А он чует, что-то мясо пахнет. Дери эту белую, да, смотри, он уходит свой палец. Коту? Да, дай ему, швырани его. Ласочки, это, блин, мой нож. Ласочки, давайте. Шанечку дали. О, там кровь, я вижу кровь. Ингредиенты в крови сидят. Так, ладно, дальше у нас идет ингредиент. Вот мы включили. Включили ингредиент на четверочку. Вот здесь у нас будет сильно. О, блядь, не горячо. И сначала надо приправить будет или как это? Нихуя ничего не надо. Я открываю ингредиенты. Сейчас у нас здесь ингредиент должен быть здесь. Я где он, я его хуй. Так это же передача. Это же не просто так у Лёхи готовишь, это же передача. Блядь. Супер. Че, я не понял, где? Где масло? Блять, рекламная пауза, короче. Техническая. Техническая рекламная пауза. Зыбс. Так, это просто замечательно. Это потрясающе. Потрясающе. Так что давайте, работайте. Это что, все, что уже наебили? Это что, Васька? Да, это Васька. Васька сладенький. Васька сладенький, Васька. Смешечка, ты красавчик. Он все капает и капает сверху. Васька, ты еще дырочек скинули? Ну не хуй, да ну нахуй, блядь. Жратва. Так, куда? Уважаемый Костантин, берите ингредиент. Да. Он открытый? Чпокс. Так, маслом белым обидел. Нормально, мы тебя искупаем. Сбить, чё, как? Нормально. Пая. Все, ингредиент, пая. Выливаем до хуя. Сколько? Нормально, давай. Говори, сколько. До хуя лей. Не болей. Ой, не жалей. Не болей. Лей, не болей. Болей. Ты не болей, слышишь? Давай еще дохуя надо. Чтоб все искупалось. Ух. Хватит, наверное. Что дохуя. Тихо. Все это отставляем. Так, ну что, ждем, пока она накипит. Ждем, пока она накипит. А пока кушаем картошечку. Картошечку мы не кушаем. Картошечку мы не кушаем. Что мы делаем? Картошечку. Да, пока прерываемся на рекламную паузу, да? Делай паузу. Да, видишь, катушка после рекламной паузы увидите. А в ней классная дэна. Да, как обычно, видишь, катушка. Ну, короче, идет серия номер 6. Мы будем засовывать вот эти ингредиенты. Разогрейте сковородку с одной столовой ложкой растительного масла. Одна столовая ложка. Вылили. Пол бутылки. Одну четвертую бутылку. Выложите крышки и жарьте на среднем огне. На образование золотистого. А с крылышки готовы. У меня там читать не надо, там все хуй. Неправда.
все вместе, периодически помешивали до тем, что накройте крышкой и держать еще 5 минут. Там чисто вранье себе. О, фак, я ненавижу вообще это держать на такой фильм. Стой, стой, стой. Погружение, фокусировочка. Фокусирован? Да. О, блядь. О, Это, быстрее, я думаю. Мешает. ЧП, внимание, у нас на передаче ЧП. У нас образовалось ЧП на передаче. Мы сгорим нахуй. Души. Мы сгорим нахуй. Фокусировочка. Ебать. Процесс идет. Это пошел процесс приготовления шайнишек вкусненьких. Ну, они сейчас не едут. Они вкусные, блядь, они уже везде пришпарились. Что-то прошло не так. А соль, перец, по вкусу. Сейчас вот это у нас идет соль, перец, по вкусу. Но они сейчас кукожатся, поэтому все заебись, я так понимаю, что мы не плавают. Что, я знаю, быстрее, Ааа! Нет, как это? Че, в глаз? Ну нахуй, чё? Я думал, я масло в глаз скачу. Ну масло в какой-то. Посыпаем, посыпаем, нихуя себе. Что происходит? Все посыпаем. Нет, срочка сырочка. Нет, хватит, чё-то дохуя. Сейчас высыпешь вообще. Что-то сладким запахло, слышишь? Может, не ту приправу купили? Ты что, ешь? Суфлей. Блядь, это надо было брать. Дорогие друзья. А теперь, как нам сказали, на медленном огне. На медленном, хуйня, у нас самый мощный огонь. Медленная хуйня, на медленном. Это огонь, блядь. Вот, все, мы разложили. Забесипрёт. Да, ну-ка, дорогие друзья, посмотрите сюда. Смотрите сюда, как тут плавно. О, какие шанишки, как все это будет. Будь. Какие подсказки. Ладно, прерываемся на рекламную паузу. Ух, нихуя, что-то нагрелся телефон, ебать. Ему тепло. То есть подсказки сейчас уже. Какие, то есть фокусировочка у нас есть. Мы готовим. А вы что можете сказать вообще? Как там блюдо называется? Что можете сказать? Блюдо куриная лафа. Куриная лафа. Че, я нажму? Прекрасное блюдо куриная лафа. Вместе с картошечной лафой и огуречной лафой. А, сейчас мы его будем утирать. Утирать. Рекламная пауза. Рекламная пауза. Доска 20. Доска 20 мою. Мешай. Крышечка подошла. Уже крышечка. Крышечка подошла сама. А может быть нам вот это ебайся запить? О, так можно сразу, короче, можно сразу перевернуть и да. То есть какая-то рекламная пауза. Процесс идет, перевернуть на рекламную паузу, конечно. Так, что мы достаем тарелочки? Так, дорогие друзья, это у нас 7, 28. Как 28? Дубль первый. Поэтому у нас уже мы приготовили этот сосуд. Мы приготовили сосуд, потому что, обратите внимание, прошло уже... То, что в животе все сосет. Потому что в животе уже все сосет, мы приготовили сосуд. И, внимание, открываем. Счастье. Уже минус один кусочек. Уже минус один кусочек, да, вот. Какая-то приправочка, она еще может сыграть нам злую шутку. Идет накладка. О, внимание, отключаем с тобой электроэнометр, электроэнергию. Электроэнометр отключили, значит. Все, электроэнергия у нас уже не используется, а не используется. Шанишки, вкусняшки. Мы такую хрень не приготовили. Укладывать на тарелочку. То есть, поехали. Масличка надо снова слить, потому что масличка нам не надо. Масочка, ну, уже видите, прыщ-кварочки есть.
доводить до такого состояния, чтобы не было подшкварочек. Чтобы маленькие были подшкварочки, значит, мы уже приготовили вкусняшечку. Ну, ее можно кушать. У меня штуки не такая, прям в тарелочку каплю. Это будет дополнительный ингредиент, секретный. Ингредиент, ну, то есть ингредиент X. X. Ой, фу, блядь, две штуки аж слили. Поэтому... Тут у меня, в принципе, все это сделано. Все, вот она наша курица. Покупать дохуя стало нихуя. Да. Это все скукожилось, поэтому берите дохуя килограмма в следующий раз. Так, далее нам что? Это, ну да, картошку нам нужно подогреть, дабы она была очень вкусная. Я слеп. А чем там есть? Вилочки у меня? Вилочки. Вилочки, да, вилочки. Точно вилочки. Вилочки. Так, все в принципе. А огурчики мы не видим? Да, мы в принципе будем уже огурчики. Да, огурчики надо в микроволновочку обязательно, не забудьте их засунуть. Микроволновочку. Что картошечка говорит? Она сказала, я так сильно не разогревалась. Так, все, здесь мы отключаем. Внимание. Если у вас нет никаких подсказок, и у вас есть в кармане 100 рублей на троих, поэтому вы можете сообразить такую очень вкусную подсказку. И не помереть с голоду, как обычно. Как обычно. Отлично, мы не поймем. Вот еще. Помыть. Обязательно после себя помойте, потому что ваша грязная посуда нахуй не нужна. И все на вас будут ругаться. Да, будут ругаться. Говорить такие вещи, что вы типа ни хера не делаете, ни хера не можете, все заплачивать. Ну это уже лирика. Вернемся к нашим вкусникам. Мы использовали какие ингредиенты? Что вы можете сказать? Мы использовали филе молодой курочки. Мы использовали масло свежевыжатых подсолнухов. Мы использовали огурчики свежего малосольного. Мы использовали картошечку малоотдельную. Ладожная картошечка. Мы использовали отдельную картошечку. Так, ну все, мы в кухне прощаемся, пока. Это тоже молодежный сок. Молодежный сок. Сок для вечно молодых, да. Здоровых с луком. Цвет детских витаминов. Цвет детской мочи. Цвет детской витаминов. Мочи. Как бы, что вы можете, как вы можете прокомментировать данную вот эту вот шикарную вот эту вот еще ингредиент? Так, дешевый сердце, да? То есть у нас получилась вот такая хрень, видите? Это неизвестные корольки. То есть сперва мы делали пастилу, потом получилась вот такая вот... Суфле. Да. Сперва мы делали суфле, потом получилась какая-то загубучка. Курица в суфле. Курица в суфле, дальше у нас есть огурчики. Огурчики, помидорчики с оленьего варенья. Потом дальше у нас есть еще такая шимарка. Ну, это тоже какие-то пережарочки, пришкварочки какие-то. Картошечка-марточка. Ну и вкус витаминок. Вкус витаминизированный сок. То есть там, это... Ты должен сказать, подписывайтесь на наш... подписывайтесь на наш паблик, короче. Кушайте очень вкусную, здоровую пищу. Да, это очень вкусная пища. Короче, так что подписывайтесь на паблик. Да, подписывайтесь на наш паблик. Кстати, как получились ингредиенты? Вкусно? Нихуя не получилось, короче, у нас. У нас нихуя не получилось. Ну подписывайтесь на наш паблик, чтобы готовить всякую хуйню, которая не вкусная. Чтобы у нас получилось. Да. Нихуя вкусно получилось. Да. Короче, это надо приступать. Короче, надо приступать. До свидания. Всем спасибо всем. Рекламная пауза.